В Британии впервые за 239 лет запретили звон колокола. Один из местных жителей пожаловался на бой курантов. В городе даже начали кампанию Save the Chimes – спасти куранты, чтобы изменить решение местной администрации. В британском городе Сэндвич в графстве Кент впервые за 239 лет запретили бить куранты из-за жалобы одного из местных жителей на шум. Как сообщает The Sun, британец не мог спать из-за того, что колокол звонит 4 раза в час. Из-за его жалобы, администрация города приняла решение, что колокола на церкви Святого Петра не должны звонить между 11:00 вечера и 7:00 утра, за исключением периода Рождества и Нового года. Многие жители города критически восприняли такую новость и даже собрались на обсуждение этого вопроса. Они заявляют, что 85% из тех, кто живет рядом с церковью, не хотят запрета на бой курантов. В городе даже начали кампанию Save the Chimes – спасти куранты, чтобы изменить решение местной администрации. По материалам сайта news.com.